Долгострой – проблема на сегодняшний день актуальная для многих регионов страны. Не обошла стороной она и наш городской округ Щелково. Некоторые строительные объекты, в частности многоквартирные дома, остались без застройщиков, следовательно, люди без жилья. Решать эти проблемы сегодня задача, как говорится, первоначальная. Литвинова Сити, ЖК «Горизонт», Восточная Европа и недострой в самом центре города. Дом на набережной и гостиница. Эти объекты необходимо достраивать. Готовность некоторых довольно высокая, однако сдать дом невозможно без полной всесторонней проверки и ввода в эксплуатацию. Сегодня на контроле как у области, так и у местных властей решение этих проблем. Что касается объекта «Восточная Европа», мы находимся в высокой стадии готовности этого объекта. Он, в принципе, готов. Заключение о соответствии получено на 3 корпуса. В ближайшее время, как уже застройщик доложил, мы ждем ввод в эксплуатацию по 3 этим домам. Вот. В связи с этим мы эти дома проблемными не признаем. Из кабинета на объект. Выезд на строящийся мост через реку Клязьма стал главным пунктом дня. Мост должен помочь решить дорожную проблему, разгрузить насыщенный транспортный поток, идущий через город. На сегодняшний день проведены основные виды работ. Остальные должны быть выполнены до конца ноября этого года. Сергей Горелов осмотрел объект, проверил ход работ. Планируется как пешеходная часть? Это пешеходная часть, да. Здесь будет покрываться специальное покрытие, 6-миллиметровое такое, антискользящее, для пешеходов. Ну и, соответственно, барьерное ограждение, леерное ограждение в сторону речки и барьерное ограждение по дорожному полотну. Какая скорость здесь будет? 70. 70? Ну, максимум, да, 70. В данный момент на объекте работает 38 человек, а также 14 единиц техники. Строительство продолжается и находится под контролем. Лилия Тимиева, Александр Ажевский, Щелковское телевидение.